Эпидситуация по коронавирусной инфекции в стране стабильная. За минувшие сутки зарегистрировано 68 случаев заражения, в том числе в нашей области 3. В 6 регионах не выявлено ни одного нового случая COVID-19. Дети в ночном городе. К сожалению, это не редкое явление. За 4 дня оперативно-профилактического мероприятия в полицию доставлен 271 несовершеннолетний. К сожалению, отдельные родители халатно относятся к своим обязанностям и не контролируют детей в ночное время. В результате подростки предоставлены сами себе. Немало фактов распития ими спиртного, совершения хулиганства. Всего за 4 дня рейда в полицию доставлен 271 несовершеннолетний. Эти дети в ночное время находились одни в увеселительных заведениях и просто бродили по улицам города. По всем фактам на законных представителей составлены административные протоколы. К ответственности также привлечены 13 предпринимателей, которые допустили несовершеннолетних к развлекательным заведениям в ночное время, а 10 продавцов за продажу подросткам табачного и алкогольной продукции.